Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Так, что у меня тут? Ага, мы с тобой выиграли клановый сундук. Я уже, ребята, открыл. Награды были средненькие, потому что у меня в клане очень много игроков, которые не играют в нее. Поэтому нужно будет там сделать зачистку. Но она так фигово идет, там постоянно лагает все у меня. Поэтому заниматься этим буду за кадром. Зачисткой. Так, давай-ка вот это, наверное, с тобой на открытие поставим. Ну что, сегодня хотя бы дойти до 175-й миссии. В идеале, конечно, до 190-й. Поэтому давай пытаться. 181-я миссия. Кто у нас тут? Угу. А у меня по-прежнему моя старая боевая команда. Цветочный дед, Янси, Полли, ну, яд, курица и дедушка Манила. Так я его называю, потому что он Амур. Так, а у него, ну, Раф, я вижу там. Так, тихо. У него, по-моему, здесь нет заклинашки, насколько я помню, да? Кстати, вот это вот противное, ребята. Эльф? А чем противный? Тем, что он... А-тя-тя-тя-тя. Курица не добежала. Слушай, мне надо вызвать Полли. Ну, попытаться как-то вызвать. Ну-ка, дедуля, переманивай, если у тебя, конечно, получится. Так, опять этот кактус идет, а? Ну, нормуль. Еще курятинку вызовем. Блин, ты посмотри, что делает. Так, нам нужен срочно, друзья, просто срочно нам нужен вот стрелок. Если он думает, что он на этих эльфах тут далеко уйдет, то я его хочу обрадовать, ничего у него не выйдет. Так, яд. О, пускай бежит к своим. Допрыгался. Ну что, я так понимаю, что арена-мастер готов отдуплиться, судя по всему, да? Очень даже хорошо, причем быстро справились. Так, 6 монет — это фигня, опыт, ладно. И заброшенные музи. Так, переходим на следующий поединок. 182-я миссия. Здесь у нас кто? Курица. Тоже есть стрелок. Какого уровня? 4-го, как и я. Цветочный дед. На один уровень покруче будет. Так, ну что, я надеюсь, меня дед это спасет. Наш дедуля Амур. Он очень крутой, мне нравится. Правда, шанс, конечно, переманить не такой же большой, если честно. Так, давай, дед на дед. Тыч, мой победил. Так. Упс. А там уже, я смотрю, вовсю стрелок вышел, да? Давай-ка мы тогда тоже стрелка позовем. Да чтоб тебе. Так. Мне это совсем не нравится. Совсем, ребята, не нравится мне. Кузнец, ты, конечно, ну. Янси. Фу. Так, вот этого надо, друзья, вот этого нужно прикокошить. Вроде получилось. А то крабик это не есть гуд. Так, опять у него стрелок, а? Посмотри. Угу. Мы пробились. Слушай, что-то мне подсказывает, что ему крышка. Причем он даже на нас немножко поработал. Все. Кек готов. 8 монет. Так, 20 опыта и перволинейный пузи. Двигаемся дальше. У нас, по идее, 183-я миссия. Я здесь ничего страшного вообще, если честно, не вижу. Ну да, есть у него вот этот вот паук. И есть байкер. Так его назовем. Плюс пузи. Угу, плюс пузи. Наверное, нам вот так надо сделать. О, а что он такой
Он жирный, ребята. Так, дедуль, ты будешь переманивать сегодня или нет? Переманивает по чуть-чуть. Пыхтит, старается. Так, опять этот эльф. Или как его назвать? Это не эльф, а... лепрекон. Да ну. Причем фул хп себе сразу делает. Нормально? Курятинка там наяривает. Так, арбалетчик вышел, да? Цветочный дед побежал. О, да тут шансов вообще у него нету. Ты посмотри, что мы творим. Просто разносим. Давай еще поле позовем. Вот так вот яд поставим. И я думаю, что все, крышка здесь. Запинаем, просто запинаем. Смачно. С удовольствием двигаемся дальше. Так, о, 734 монеты. Это надо будет приумножить. А карточка нам достается куранок. Уже 687. Слушай, я, наверное, не смогу. Нет, смогу. 184-я миссия у нас на кону. Нифига себе прокачалась домохозяйка. Так, он здесь на танках, да? Плюс толкатель, плюс шаман. Так, ну что же, давай проверим. 21 уровень, офигеть, этот 3 уровня. Жестко будет сейчас. Поверь мне. Так, тихо. Блин, где мой дед? Выходи, ты же справишься с ним? Ведь должен справиться. О, хотя бы так. Пускай за нас побегает чуть-чуть. Правда, быстро он сдался. Так, а вон Анжела идет. Домохозяйка. Давай, толкай ее, правильно. Так, шаман. Вот шаман — это плохо. Пинью, стрелок его просто накрыл. Но согласись, дед Амур — это просто имба какая-то. Он любого персонажа может взять на нашу сторону. Да, пускай там на 3 секунды, но... самое главное, что он может его взять. Посмотри, что мы там творим. Ведь круто. Короче, крышка — это мой арена-мастер. 212. Ничего у него не вышло против меня. Так, у нас с тобой опять мало карточек. Мистер Остроносый. Почему мистер, а не миссис? Не знаю. Так, и у нас с тобой 7000 голды. Мы можем с тобой прокачать, в принципе... Так, погоди-ка. Там у нас какая-то еще награда. 100 монет получить. Дай-ка я гляну на свои карточки. Может, кого-то здесь прокачать можно уже? Кто бы нам пригодился? Я, если честно, даже не вижу, кого стоило бы даже прокачивать. Если только... леди Лорен. Правда, я в последнее время ей особо не пользуюсь. Вот этот, кстати, тоже надо будет. Так, что у него здесь получается? После смерти захватить контроль над всеми вблизи. У него скорость движения медленная и скорость атаки медленная. Здесь так, вахтершу Мону, в принципе, можно прокачать. И все. Так быстро улетели мои 7000 монет. Ладно, 185-я миссия. Здесь кто у нас? У него лечка. Я не знаю, зачем он взял лечку на самом деле здесь. Потому что команда у него, в принципе, из быстрых состоит, да? Кактус. Этот прямолинейный. Плюс Музи. Давай смотреть. Так, естественно, нашего деда Амура сразу выпускаем. Здесь яд. Ты-тын-тын-тын. Сдулся работека, да? Вот посмотри, посмотри, что творит. О-о-о, отхилку зачем он врубает здесь хил? Объясни мне. Ума не приложу. И причем вот этот дед бомбит на всю дистанцию, находясь вот возле нашего персонажа. Он даже никуда не двигается, просто стоит на месте. Да, похоже, тут все, крышка. Больно же.
конечно, больно. Шварнули, короче, мы этого чудика. Так, сундук. 35 монет, это фигня. Опыт, ладно, сгодится. Сторожевой паук Фида и мистер Остроносый. Ну, так себе награда, на самом деле. 186-я миссия. Ну, слушай, мы с тобой дойдем, наверное, до 190-й. Опа. Так, друзья, а это уже проблематично. Тут есть стрелок, у него есть пламя. И у него есть три легендарные. Если не ошибаюсь, это у нас, который на бочке, по-моему, бежит. Я могу, конечно, ошибиться, но, по-моему, так оно и есть. Давай-ка, наверное, так сделаем для начала. Плюс яд. Спрашивается, нафига яд? Сейчас пламя им как сюда вжахнет. Накаркал. А этот еще при смерти, по-моему, молниями бомбит, насколько я помню, да? Давай. Да, он бомбит молниями при смерти. О, пакость вышла. Вышла, друзья мои, пакость. Нам надо ее как-то, я не знаю, захватывать, что ли. Так, а он стрелка еще позвал. Ё-моё. Ну-ка, стрелок, давай. Только бы пламенем он своим не жахнул бы здесь. Ёк-макарёк. Давай так сделаем. Слушай. Ну... Блин, и всех, прикинь, всех накрыл. Опа, это чё... Это что он такое сейчас сделал? Смотри. Молнии твои не помогли здесь. Да, будет веселая битва, я тебе скажу. Давай, иди туда. Ну что ты развернулся-то? Так, кузнеца переманите, пожалуйста, ну. Вот так вот. Так, нужно как можно больше нам цветочных дедулек вызывать, потому что они делают тут эти перегородки, которые нам здесь очень даже хорошо зайдут. Оп, напугали все-таки нас, да, тут? Тыч! Акула за нас была. Все, по-моему, крышка этому ю-ю. Или йо-йо, наверное, он хотел написать. Все, друзья мои, этот уровень пройден. По одной карте дают. Загадочный Раф. 187-я миссия. Опять никаких проблем я не вижу. На роботах, да? На роботах он хочет сыграть. Ну, попытаться, по крайней мере. Так что давай отпор ему давать. Стоп. Он вызвал Янси, блин. Что сделать? Вот так, наверное? Давай. Бабку эту бомби. Чух, смылась. Так, Янси за нас был. Сколько-то секунд. Мы еще дедулю позовем. Робот это вообще фигня полная. Мы его уничтожаем просто издалека. Так, бабка смылась. Ну согласись, тут вообще на изи. Сам видишь. Просто расколбас. Вот и все. 190 уровень, я думаю, сегодня мы с тобой пройдем. Без каких-либо проблем. Жалко, что награды какие-то фиговенькие. Так, опять этот эльф мне выпадает. Ладно, двигаемся далее. Смотрим. 188 миссия, здесь уже буду давать голду. Старичок. Плюс бумси. Угу. Это будет прикрывать, да, против наших всех стрелков. Она будет брать на себя атаку. Так, давай, дедуля. Ого. А что она такая мощная-то? Смотри. И пошли вместе.
Мне вот это не нравится. Вот это мне совсем не нравится. Ну, старичка этого валите. 20 уровня. Угу. Давай еще курятинку позовем. Да все, эти дедули тут сдались. Сам все прекрасно видишь. Я просто сейчас этими деревенщинами тут всех завалю. Вот и все. Лучше и придумать нельзя было. Так, монетки обязательно приумножать будем. Так, и сторожевой паук Фида. 189-я миссия. Опачки. А вот здесь уже, ребята, серьезные заявочки. Потому что у него тоже есть амурчик. Теперь, как говорится, кто кого передамажит. Но у меня есть яд, а у него нет заклинаний. Упс, тихо. Какого лишего? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да как же так-то? Вот это я лопухнулся, ребята. Вот это я лопухнулся. Что-то я не ожидал, что настолько все быстро. Так, ладно. Переигрываем. Офигеть, вызвал сразу же. Ну и на них найдется у нас управа. Так, я зря вызвал стрелка. Нам нужно вызвать деда вот этого цветочного. Или даже Янси. Нет, лучше, наверное, деда. Тут сразу яд ставим. Да-да-да, чтобы этого амурчика вальнуть. Ну? Курятина, давай выходи. Ты посмотри, какой у них там танк этот жирный. Давай, дед цветочный, выходи. Так, выпускаем еще деда Амура. Яда у меня пока нету, да, к сожалению. Ладно, не беда. Есть зато стрелок. Сейчас мы стрелка-то с тобой как раз и поставим. Еще одну, да? А сюда яд. Вот, в принципе, и все. Доигрался. Причем, смотри, какая интересная курица. У нее хвост дракона торчит. Это, наверное, просто дракон переоделся в курицу. Все, друзья мои. Что и требовалось доказать. Забомбил и не поморщился. Так, и молниеносная буря. Кстати, скоро можно будет прокачать ее. Ну вот мы и добрались до 190-й миссии. Так, у него, смотри, ярость. Заморозка. О-оу. Будем надеяться на нашего дедулю. Ну и на курицу, естественно. Дедуля, курица, блин, ярость. Он хочет их применять, естественно, на мелких. Это 100% тебе говорю. Так, дед, ты заколебал там. Ух, а нас уже... Трындец. Нуб. Ну все, гад. Он меня назвал нубом, прикинь. А тот же ли будет самый? Тот же. Так, ну что же. Мы сейчас с тобой составим, наверное, обалденную колоду. Обалденную колоду. Которая будет состоять у нас из кого? Фиг знает из кого. Шамана я оставлю. Я возьму, наверное. Так, замедляшка пускай будет. Да, в принципе, вот этой, наверное, можно будет колодой бомбануть. Давай-ка мы, наверное, нашего Бурана Лузи прокачаем чуть-чуть. И замедляшку тоже качнем. Молнии. Вместо замедляшки лучше взять, наверное, молнию, бурю. Хотя, погоди-ка. А если взять ее? Не знаю. Надо смотреть.
Надо, ребята, смотреть, надо пробовать. Единственное, что он выпускает сразу двух. То есть мне выпустить либо деда, либо шамана. Давай попробуем с тобой так сделать. Чего? Дальше? Какой там? Так, дедуля этого косим. Ну что я тебе могу сказать? В принципе, серьезно, говорит главное. Вот что он творит. А он не в курсе, что у меня есть вот такая вот дамочка. Фух. Так. Амур вызвал детка. Это не есть хорошо, но нам бы добраться до него. Смотри, 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 ярость врубил. Врубает ярость. Блин, надо этого старика. Иначе будут проблемы у нас. Да ты запарил уже. Яд. Срочно яд. Ну вот и все. Теперь ему точно здесь ничего уже не поможет. Я выпускаю Полли на наше поле. И Гандальф. Гандальф. Ну, Гэндальф, короче, да? В белом. Отдупляется. Легче легкого. Сундучок, ребята. 38 монет, 20 опыта, рыжая джина и наивный буба. И все? Переходим на новый с тобой этап. Ну, Мати. Да, мы с тобой будем играть обязательно здесь, но уже, скорее всего, в следующей, ребята, серии. Потому что сегодня мы прошли с тобой почти вот эту всю главу. Да, друзья? Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.